В программу моего визита входит церемония награждения вас высшим орденом Республики Казахстан Алтын Кыран. В Казахстане вас знают, почитают, уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который известен во всем мире, человека, который привел Азербайджан к исторической победе, восстановлению территориальной целостности в полном соответствии с резолюциями Совета Безопасности, в связи с чем я сегодня вас поздравил во время нашей личной встречи. Вы вносите огромный вклад в развитие многостороннего, многогранного сотрудничества между нашими государствами. И в знак признания от имени всего казахского народа я сегодня хотел бы вручить вам орден Алтын Кыран. За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой наградить орденом Алтын Кыран Алиева Ильхама Гейдарулла, президента Азербайджанской Республики.